Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание к этим работам по книге «Великие музеи мира». Арнольд Бёклин. Фаун, подпевающий дрозду. 1863 год. Холст масла 46/35. Швейцарец Арнольд Бёклин. Один из самых влиятельных живописцев, графиков и скульпторов символизма. Это направление в художественной культуре развивалось в последней четверти XIX – начале XX века. Представленная картина относится к мифологическому циклу. Известен еще один вариант этой работы, который хранится в Нижнесаксонском муниципальном музее Ганновер. Фаун – популярный образ в искусстве, бог полей и лесов, пастух и покровитель животных. Он изображен в идиллическом слиянии с природой, подпевающим дрозду, христианскому символу соблазна в плоти. С помощью подобных романтических пейзажных аллегорий художник стремится показать тайные силы природы, энергию, исходящую от нее, и ощущаемую людьми. Взаимосвязь мифических и живых существ, которая питала фантазию мастера, наполнила его творчество особыми мистическими нотками. Тщательный рисунок, благородство и гармония цветов, реалистические манеры живописи, соединенные с неожиданно сильными символико-мистическими аллюзиями, сделали Бёклина одним из самых популярных художников рубежа 19-20 веков. Вот такое описание к работе Арнольда Бёклина «Фаун, подпевающий дрозду», 1863 год, описание по книге «Великие музеи мира».